Здравствуйте, с вами Ольга. Сегодня буду готовить сыр кочета. Это один из моих любимых сыров, потому что он готовится очень легко и очень быстро. И это твердый сыр. Сейчас я вливаю в свою сыроварню, у меня она на 20 литров, молоко. У меня есть свои козы, поэтому вливаю козье молоко. Вот. И выставляю сейчас температуру на 33-34 градуса, чтобы, когда нагреется, насыпать туда закваски. Все, оставляю нагреваться молоко. И через некоторое время вот беру такую ложечку. У меня она идет на 10 литров. Соответственно, беру 2 такие ложечки закваски. В данный момент у меня Hansen. Термофильную закваску надо взять. Можно любую. И высыпать это все в молоко. И дать постоять 2-3 минутки, набухнуть этой закваски. И потом активно перемешать молочко и оставить на 40-45 минут. Потом через 40 минут берем фермент. У меня здесь сычужный фермент Hansen. Разбавляю теплой водой. И активно помешивая, вливаем в молоко. И снова надо хорошо помешать молочко. И потом остановить надо это молоко, чтобы не было закрутки на сгустке. Вот, и тоже оставляем на 40-45 минут это молоко при температуре снова 33-34 градуса. Сейчас вот я проверяю колье уже, вот ровные края, значит, сгусток готов, и начинаю нарезать его на мелкие кубики равномерные. Нож мне этот достался вместе с сыроварней. Лиры у меня нету, но меня вполне устраивает и этот нож. Очень он удобен. Быстро получается достаточно нарезать зерно. Вначале по вертикали, потом по горизонтали, потом эти столбики мы еще разрезаем. И я вот так вот ножом еще по дну прохожу, потому что часто очень на дне остаются недорезанные какие-то вот части этого сгустка. Вот. Потом беру шумовку, все равно шумовку еще поднимаю со дна и дорезаю ножом то, что у меня не дорезалось, потому что все равно, несмотря на то, что я и так резала, все равно у меня не дорезаются какие-то кусочки. Вставляю свою автомешалку, включаю ее и выставляю температуру на 38-40 градусов. И составляю мешать на 20 минут. Очень удобно в этом плане мешалка, потому что раньше стояла с кастрюльками, все это сама мешала. Сейчас очень удобно. Пошел на 20 минут и забыла то, что надо что-то мешать. Выставляю как раз у себя таймер просто на духовке, чтобы он мне прозвонил и напомнил о том, что я должна выключить и слить. Очень быстро готовится. В этом плане очень нравится мне этот, конечно, сыр. Все, остановила я свою мешалку. Мне сейчас надо с этой насадки мне снять сырное зерно, которое налипает, к сожалению, на эту мешалку. Мне это не очень нравится, но это ерунда. С этим можно жить. Все, я оставляю сырное зерно оседать на дне минут на 5. Через 5 минут я сливаю всю эту сыворотку вот через низ в ведро. Вот, у меня собачка очень любит эту, кстати, сыворотку тоже. Обожает ее пить. И курочкам даю ее пить тоже. Вот, и сейчас здесь не надо, как с пармезаном, единый пласт собирать зерно. Так же, как с российским, в общем-то, не надо, наоборот, его разбивать здесь. Здесь надо просто его в форму укладывать. Сильно давить не надо. Здесь форма не очень удачная. Вообще для кочета лучше брать маленькие формы. Они удобнее. Они вообще как бы для кочета должна быть маленькая форма. Но на самом деле это очень удобно. Например, я беру маленькую форму, и если у меня из маленькой формы сыр, да, то есть я его открываю на завтрак, у меня дети эту головку быстренько съедают, и все, у меня ничего не остается, мне это очень нравится. Ну вот. А сейчас нам нужно еще для этого сыра будет теплая камера, поэтому я сейчас со стенок все смываю, потому что сырное зерно, когда у меня нагреется рубашка,
высохнет там, и мне потом будет просто не отодрать это сырное зерно, поэтому я вымываю сыроварню, и надо установить теплую камеру. Где-то пишет, что нужно 40 градусов, где-то 50. Я выставляю на 50 градусов, вот я наливаю в сыроварню воду, выставляю. Здесь я выставила на 60, но у меня все равно температура там будет 50, мне там покажется, потому что вот температура 50. Вот, на одну кастрюлю я ставлю формы, потому что сыр не должен соприкасаться с водой. Переворачиваю сыр и ставлю его на эти формы в эту камеру. По-итальянски она называется стуфатура. Не знаю, куда ударение, надеюсь, правильно. Вот, и оставляем так на час-полтора. Первые полчаса лучше переворачивать в форме сыр чаще, ну хотя бы раз в 10 минут. Я это не делаю, потому что я обычно обо всем забываю. Вот, но лучше переворачивать, чтобы был вот он ровненький. Я каждые полчаса подхожу и просто переворачиваю этот сыр. Сейчас вот я полотенцем накрою, подушкой сверху, чтобы там создалось вот это тепло. Ну, через полтора часа уже можно будет вынимать этот сыр. Вот, его перевернуть снова в форме и надо оставить на 2-3 часа при комнатной температуре, чтобы он спокойно остыл. А потом его надо убрать в холодильник и где-то еще 8 часов, чтобы он в холодильнике немножко подсох. Потом надо приготовить соляную ванну, до 70-80 градусов нагреть воду, сделать 20% раствор, высыпать туда соль, размешать, чтобы она растворилась. И где-то на 100 грамм 1 час времени надо сыр держать в этой соляной форме. Вот эта головка как раз вот идеальная головка для кочеты, вот маленькая, которая мне очень нравится. Вот. И, соответственно, если 300 грамм сыр, я его держу 3 часа. Естественно, на один раз в середине перевернуть сыр, чтобы он равномерно солился. Ну и все, и снова дать подсохнуть ему несколько дней, 3-4, я бывает 5 дней даю подсохнуть. Сейчас я большие головки, просто бумажечкой, бумажными салфетками промокаю, чтобы они посуше были. Ну все, эти головки сейчас будут у меня сохнуть 3-4 дня, я в холодильник кладу и все. Видно, да, маленький пожелтее. Ну вот, а сейчас я буду все упаковывать в вакуумные пакеты. Вот у меня вакууматор. Попробовала, перепробовала я уже много всяких покрытий на сыры, потому что держать сыры без покрытий мне не нравится, потому что за ними надо ухаживать, их надо постоянно переворачивать, их надо постоянно щеточками мыть с уксусом, там, с свиным раствором от плесени. У меня в холодильнике там плесень начинала распространяться, мне все это очень не нравилось. Я начала убирать все это в воск, в воске у меня все это трещины тоже ходили, мне это не нравилось. А потом начинала убирать в латекс вот самый лучший, наверное, из всех покрытий, но все равно он мне не очень понравился, сыр в нем сох. А термоусадочные пакеты тоже мне не нравились, там сыр какой-то склизкий был, мокрый после них. И вот в итоге мы купили с мужем вакууматор, и я не представляете, насколько я довольна и счастлива, что у меня есть вот такие пакетики, в которые я могу убрать свой сыр, подписать. Мне нравится внешний вид, очень красивенько, чистенько выглядит. А здесь у меня просто еще вторая партия сыра. Я просто в первой не раскрыла вам, не показала, что у меня внутри. А здесь я вспомнила, что надо показать вам. Вот, и головку вскрыла, показать, какой он текстуры внутри. Вот, видите, уже тверденький. Вот он. И есть механические дырочки. Сыр очень вкусный. И вот еще мне нравится еще вакууматор, что можно убрать половинки вот эти в пакеты, и они будут дальше храниться. Ну все, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пишите мне в комментарии. С радостью вам отвечу. Ну все, до свидания.